Спасибо. Видно? А вот это тоже будет. А, да? Да, да. А, 22. Бумажка есть? Сидор, take a picture here, окей? Александр, можешь поближе? Ну, давай. Go first there? Нет. Побыстрее его. Вот это? Да, он же двери открыл. Да, что-то туда и туда, да. А. Вот, тут, вот, смотрите, тут забито. Вот, 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 вот так спорт. Это снова плохо. Посмотрите, можно? Да, да, да. Вот так. Вот так, ночью лег спать по 12-го. Своему, выбросил это с женой на кровати. Ну что, что я могу помнить, если мы... Вы голые выстащили, жена порет тебя. Что, ничего я не могу рассказать. Я... Давно так не обстреливали? Это уже второй раз. Это было в 14-м, тут начали стрелять. Было, ну тогда хоть крышу побило и окна. Ну, окна застетлил сам и крышу подделал. А сейчас я не знаю, сейчас он... Ну побило все, вы сами видите. Ну а тем, кто это обстреливает, что можете сказать? Идиоты, больше никто. У нас даже осколки. Я говорю, как не знаю, как в 14-м году там была такая зараза. И вот у соседа, сейчас и у нас, я жру, он, говорю, в машине осколок лежит. Получается, снова обстрелы, снова 14-й. Вот, как 14 как было, так и продолжается. 12 начинается опять то же самое. И что это такое? Украина говорит, они обстреливают только позиции сепаратистов. Позиции? Какие позиции? Где тут позиции? Какая же это позиция? Здесь, говорю, везде мирные жители живут. Какие позиции? Прошлый обстрел, вон, возле пятиэтажек раздолбили все. Этот раз сюда начали пулять. Где же это позиции? Это счастье, что никто не пострадал. Везде, и по Калинову, везде, говорю, шпарят. Хорошо, что никто не пострадал. Суки, чтобы там побыстрехали все падали. Ну также еще и вот в Стаханов, когда обстреливают, говорят, что это вообще... И вчера обстреливали. Ну да. И вчера обстреливали. На Стаханов улетели снаряды. А у нас ребеночек маленький. Вот куда? Я же бегать по погребам. А погреб не спасет. Ну, первомайс же вот он начал, получается, вот только сейчас восстанавливаться, школу заработали. Да, все, да? Только да. Начали, садик начали, я говорю, со школы начали и толку. Боимся, говорю, вот ребенка в садик не отправляем, потому что боимся. За себя не так страшно, а деточки маленькие. Начался обстрел города. Наши детки вот страдают. Что, говорю, начинается она, ой, бабушка, скорее, стреляют. Ну, у местных жителей, не знаю, есть ли вообще сомнения, что это могут сделать кто-то, кроме... Украины, потому что а они уверены, еще? Они нет. Говорят, что это вот исключительно сепаратисты стреляют. Да, да. Да что ж мы не знаем, откуда это стреляют. Мы знаем, откуда это стреляют. Стреляют вот оттуда. Мы уже научились даже с какого автомата да, стреляют. Что? Даже определяют попасное. Вот, калибр а даже откуда? Знает уже, какой кто точки? Стреляет. Какой калибр летит? Все знаем. Это так Порошенко говорит, я людей защищаю. Козел, он драный, блядь. Ну, местные, вот, смотрю, приехали, вон оперативно маленькая. Работают. Хоть ой, молодцы, молодцы. Мы пришли, сначала два человека, думаем, кто такие? Смотрим, спасатели пришли. Ребята, что вам дают? Что здесь случилось? Через полчаса, говорю, смотрим, горисполком или, не знаю, представители были. Молодцы. Утром рано, бегом, машина бегом, галопом. Горгаз. Молодцы, спасибо большое. Здесь ребенок спал. Ребенок нормально, не нормально, пострадал? Нормально. Вот, детское его, да? Да, там детское. А тогда что, меня прибьет, придут, что я вас, ну, вам показала сегодня? Баба, вы что?